В селе Кулан Турарускулского района Жамбылской области сдан в эксплуатацию 80-квартирный многоэтажный жилой дом. Среди получивших жилье – многодетные матери, граждане социально уязвимых слоев населения и сироты. Строительство жилья велось в рамках государственной программы «Нурлы жер». В доме 21-комнатных, 22-комнатных и 43-комнатных квартир. В районе Турара-Рыскулова около 2000 человек стоят в очереди на жилье. До конца года планируется ввести в эксплуатацию еще 60 квартир. Напомним, в Жамбылской области в этом году ведется строительство 56 жилых домов. По итогам года планируется ввести в эксплуатацию 54 дома. Также осенью планируется строительство 22 жилых домов в 14 микрорайоне.